Тараса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви і колишня міністерка оборони Литви. Пані Расо, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за те, що долучилися. Говоримо про четвертий Рамштайн. Ви, як колишня міністерка оборони Литви, оцінюєте це постачання зброї Україні, яке вона зараз отримує? Достатньо чи можна більше? Ну, конечно, всегда хочется больше, но если сравнивать с той ситуацией, которая была в начале этой широкомасштабной, кровавой и просто, ну, нету слов какой войны, которую начал Кремль и Путин, то тогда настроения мы помним, какие были только несколько месяцев назад. И Германия, и другие государства, они говорили только про то, что они не могут давать оружие, что они не могут этого, что они не могут того. А сейчас вот уже четвертый Рамштайн, и уже действует очень хорошо, насколько я слушаю ваших экспертов каждый вечер, каждый день, наблюдаю за ситуацией. И сами те пропагандисты из Российской Федерации, они обеспокоены тем, что происходит, как бьют «Хаммерсы» и другие артиллерии уже западные. Они боятся всего этого. Еще они говорят тоже про то, что и разведка лучше у украинцев, это тоже никто очень громко не говорит, но я уверена, что помогает западные государства, и это как глаза и уши для каждой армии. Так что сейчас, да, может быть и хочется больше, но я думаю, что без того, что сейчас вот получает Украина, украинские вооруженные силы, то такого сдерживания Российской Федерации не было бы. А я думаю, что придет время и просто будет и ситуация другая. Но сейчас, как сказал Остин, ситуация такая вот напряженная, и как раз сейчас все и будет. Сейчас все и будет как раз решаться в ближайшем будущем. Министр обороны вашей державы Арвідас Анушаускас заявив на контактной группе про то, что Литва будет передавать Украине додаткові бронетранспортеры и боеприпасы. И тут принагідно мы дякуем Литовской Республике за такую величезну поддержку. Але водночас с Российской Федерации мы постоянно чуем такие, знаете, заявы про то, что они собираются выйти за межі України, що вони можуть нанести удар і по інших державах. В Литві це розцінюють як реальну загрозу? Ні, в Литві ніхто не говорить, що от нельзя. Ми розчитуємо, довіряємо українським вооруженим силам то, що їм треба. Они говорят, что им надо, и как они будут действовать, какие планы у них будут, потому что, ну, я так, все нормальные люди понимают, что то, что если другое государство вторглось в территорию другого государства, то, конечно, те склады там и все, что они действуют из ихней территории, то они тоже могут быть целью. Но Украина, она ведь защищает свою территорию. И если Россия считает Крым российской территорией, то никто, кроме там Венесуэлы, не знаю, каких еще там государств, не считает, что это российская территория. Конечно, право у Украины защищаться и использовать те меры, которые и для обороны их территории нужны. А чи розцінюють реальністю в Литві загрози ракетних ударів по інших країнах? Бо росіяни заявляли про те, що якщо українці будуть отримувати більше зброї, то вони можуть, наприклад, вдарити і по ближніх країнах, сусідах України?
Ну, конечно, но это была бы уже война с НАТО, с организацией НАТО. Это не была бы война только против Литвы, там, против Польши или против Румынии или других там соседних государств. Потому что у нас действует и 5-я статья, и сейчас уже активизированы планы оборонительные общие с НАТО, и наблюдается пространство все вокруг натовской территории каждую минуту. Ну, я бы сказала, хочу и спасибо сказать, конечно, это кровью украинцев, но они увели даже некоторые свой персонал военный из Калининграда, имею Россию в виду, на фронт в Украину, потому что тут вокруг нас уже даже меньше стало военного персонала российского. Так что да, они могут, у них есть стратегическое оружие, мы знаем, есть «Искандеры», они есть и в Калининградской области, и в Белоруссии, и в Псковской области. Все это мы знаем это уже давно. Это не новая ситуация для нас, но мы понимаем, что просто надо такого агрессора победить, и все, нет другого выхода. Если будешь бояться, то не будешь побеждать. Европейский парламент пішов на каникулы, мы правильно розуміємо? Да, мы, ну вот, если считать каникулы, что я вам даю интервью сейчас, то... Коли європейські депутати не збираються на засідання, завжди є загроза того, що увага до українського питання спаде. Чи не вбачаєте ви у спаді уваги до України, до війни Росії проти України зараз? Нет, я не думаю. У нас є, переписуємося і наблюдається ситуація. И, конечно, есть то, что и Россия хочет достичь, это такой усталости от войны, потому что, что не так уже много будет и новостей, начинающихся с украинского государства, что происходит на фронте, и там много дискуссий про цены, про энергетические цены и так далее, и так далее. Но все-таки мы должны работать, хотя и нету заседаний официальных, чтобы наблюдались за этой ситуацией, и это делаем каждый день. Литва започаткувала фактично флешмоб, зібравши кошти на Байрактар. Поляки, після цього Канада оголосила також збір коштів. Я у вас на сторінці бачила вже тепер і про Норвегію. Литовці не збираються ще на щось кошти збирати? Останнє, я не поняла останніх слов. Після того, коли Литва збирала кошти на Байрактар, низка інших країн, інші країни, такі як поляки і українці самі також приклади взяли, почали також збирати кошти на Байрактари. Тому я питаю у вас, чи громадяни Литовської Республіки не хочуть ще на щось збирати кошти і започаткувати новий флешмоб? Ну да, но у нас многое есть. Это было собрано очень быстро. Но сейчас уже, знаете, у нас тоже есть. У вас много говорят про тех, которые, ну, там работают на Россию. У нас тоже есть даже политики, те, которые бросились с ложью на тех людей, которые эту инициативу показали и собрали эти деньги. Так что у нас тоже есть дезинформации много, и российские прокси или коллаборанты, они, ну, не официальные, но в политическом смысле они тоже работают. Так что да, но люди помогают и будут помогать. Я не знаю про новый проект, но я думаю, что вот этот успешным был проектом. Абсолютно успішним. Ми жартували насправді, бо коли литовці започатковують проект успішний, то й інші країни беруть приклад і реалізовують такі ж успішні проекти, як і ваш. Дякуємо вам за розмову. На щастя, в Литовській Республіці є більше тих, хто прихильно ставиться до України, і вони реальними діями це доводять. А ті одиниці, які діють на руку російським окупантам, то нехай їм так
так і воно потім в кармі повернеться. Дякуємо вам за розмову. Раса Юкнявічена, депутатка Європарламенту від Литви, в минулому міністерка оборони Литовської Республіки і голова парламентської асамблеї НАТО. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!